что, мы никого не ждем? Я должен еще подойти. Ульяна, вот, хорошо.
Меня зовут Катя, и я всем желаю сегодня хорошего, счастливого, вдохновляющего вечера. Прекрасно, спасибо. Я Женя, и желаю всем счастья и вдохновения. Прекрасно. Ну что, теперь мы все уже с вами познакомились и можем начинать вообще говорить о том, чем мы будем сегодня заниматься. Кто знает о том, что такое вообще горловое пение? Это что-то с Алтая. Хорошо, тогда я тоже не знаю, мы сейчас будем это изобретать с вами. Да? У кого есть какие догадки о том, что такое горловое пение? Пение, горловое... Вибрация. Какие варианты? Ну, набрасывайте. Ну, давайте вместе. Это пение, когда звук концентрируется вот именно в горле, внутри себя. Хорошо. Есть еще какой-то вариант? Если грудное, горловое, да? Да. Кстати, это моя сестра Маргарита. Мышонок спрятался, она просто фотографирует сегодня, помогает мне. Вот, да. Есть различные виды и способы извлечения звука. Говорим чаще всего мы при помощи связок. Привет всем. Это связки работают. А когда мы начинаем включать несколько другие связки, потому что связок у нас несколько. Есть еще ложные связки, находятся вот здесь. И они звучат совершенно иным образом. О них мы и поговорим, и послушаем дальше. Вначале нам необходимо получить некоторую инструкцию по безопасности, потому что любое пение, оно предусматривает инструкцию безопасности. Почему? Чтобы не сорвать голос. Чтобы знать, что делать, если вдруг почувствовали какое-то першение, какую-то боль в горле. У детей связки достаточно звонкие. У взрослых они со временем начинают становиться менее подвижными и, соответственно, высокие ноты брать тяжелее. Поэтому, если мы берем высокую ноту, мы можем сорвать голос. В этом случае, это в основном даже инструкция не для детей, а для взрослых. В этом случае что мы делаем? Есть очень простой способ, как восстановить связки при помощи такого поскрипывающего звука. Сейчас мы его все вместе попробуем. Выглядит он следующим образом. В детстве наверняка все это делали. Это очень хорошо расслабляет связки, потому что они практически за счет дыхания слегка содрогаются. Приток крови нормализуется, расслабление идет, идет улучшение процесса. Попробуйте все. Дети тоже пробуют. Иди сюда. И меня полупи. Подушку. Хорошо. У кого не получилось? Все получилось? Мне кажется, у нас не получилось. Не могу, сильнее расслабляем. Ты делаешь... Давайте договоримся, мы все на «ты», окей? Да. Все, супер. Я неправильно не могу горлом, сейчас не владею. Хорошо, потренируешься дома. Есть второй еще способ. Он выглядит следующим образом. Выдыхаем со звуком. Получается стон. Вот это у всех. Да. То есть это второй способ, при помощи которого мы можем восстановить связки. Это на случай, если почувствовали першение или же перенапряжение. Понятно всем? Да. Не стесняемся. Вдруг возникло ощущение, делаем паузу для себя и восстанавливаем связки. Дальше. Какой есть еще момент интересный? Иногда во время пения возникает желание зевать абсолютно спокойно, без всяких стеснений. Я вам расскажу интересную вещь. Дело в том, что пение и вообще способность выражать себя говорит о степени открытости, о степени того, что нету блокировок. Но блокировки так или иначе они у нас у всех есть, потому что мы живем в достаточно агрессивной городской среде, и где-то кто-то что-то нас постоянно пытается заблокировать. Нам нужно раскрываться. Как мы можем раскрыться? При помощи голоса. То есть прокричаться, проораться и прозеваться. Потому что первая блокировка
Вот кто занимается психосоматикой, кто занимается, прекрасно, зевайте, не стесняйтесь, я поощряю это. Кто занимается психосоматикой, кто занимается психологией, это сейчас информация, естественно, понимаете, для взрослых, да, но это очень полезно будет для ваших детей, потому что когда вы будете знать, как с ними взаимодействовать, это очень поможет им в дальнейшем в жизни. Блокировки, получается, обиды, какие-то злости непроявленные, еще что-то. То есть оно все на челюстях, потому что разозлился человек, не смог проявить, стиснул зубы. Вот она пошла, блокировочка, вот здесь. Сейчас мы узнаем, как она, насколько сильна эта блокировочка. Отравился, что-то не то скушал, пошла вторая блокировочка. Животик заболел. И вот как раз таки за счет зевания, первое горло вот, а вот второе горло. Парадоксально, но это так. Поэтому сейчас, не стесняясь, все взяли и хорошенечко зевнули. Так, раз 10-15. Так прям хорошо потянулись, замечательно так потянулись, без стеснения. Так, все, вот кто не будет, я на следующее занятие диджериду принесу, большую палку, буду всех проворачивать, охаживать. Вот так, прям зеваем. Я сейчас палку принесу, серьезно говорю. Помогаем себе расслабиться. Причем делаем это со звуком. Ребята, это уже упражнение пошли. Это не просто половство какое-то. Зеваем, раз 5-10, кто сколько сможет. Вообще им посоветую вот что. Есть прям такая целая терапия по зеванию, когда умышленно в течение там получаса, часа, ну насколько хватит терпения, силы, желания. Вот именно вызываем зевоту. Расслабляются очень многие мышцы. Помогаете своей грудной клетке снять вот эти вот напряжения. Хорошо, но вроде бы в целом понятно. Это, естественно, можно использовать дома. А теперь начинаем приступать уже непосредственно к разминке для того, чтобы запеть. Горловое пение – это сейчас... Немножечко истории. Горловое пение – это очень древний вид пения. То есть мы знаем, что есть, ну кто не знает, сейчас расскажу. Есть вокал эстрадный, есть народный, есть классическая, да, школа, когда обучают вокалы. Горловое пение, оно кардинально отличается от первого, второго и третьего. То есть это нечто другое. Все, надо приступать к разминке. Все поднимаемся. И для того, чтобы включить себя, включить свое тело. Запомните, всегда в момент пения участвует все наше тело, абсолютно все. Кто-то думает, что горлом поем, языком поем, там, не знаю, легкими поем. Это все неправда. Поем мы от кончиков пальцев ног и до кончиков волос. Ну или если потянуться, до кончиков рук. Сейчас взяли хорошенько, потянулись, представили, что мы струны, оттянутые, не знаю, на балалайке. И покачались, покачались, но при этом тянемся максимально высоко. Ты тоже тянись. Иначе не вытянешься, нужно тянуться. Тянемся, хорошенько тянемся. Представляем, что у нас дернули струну, и мы с вами вибрируем. А, хорошо. И выдыхаем, вдыхаем и выдыхаем со звуком. Хорошо, сделали. Теперь, для того, чтобы в теле появилась вибрация, для того, чтобы в теле появилась бодрость, необходимо его пробудить, простучать. Можно друг другу помогать, при этом постукивая там, по спине, где-то не вытягивается. Простучали вначале ручки каждой, по внешней стороне, по внутренней. Пошли, по второй руке. Вы сейчас почувствуете, какие сразу изменения в этой руке. Отлично. Теперь, грудная клетка. Животик. Бока. По спине также раскручаются. Ягодицы. По попе себе постучали, потому что у многих сидячая работа. Самое неподвижное место. Теперь ноги. Отлично. Прекрасно. Пяточки. А как же иначе? Теперь точно
По голове, по ушам. Вот тут выражение, по ушам надо. Как раз таки подходит. По щечкам. Отлично. Теперь. Хорошо. Чувствуете, да? Извините. Прекрасно. Прекрасно. В момент пения иногда бывает так, что за счет напряжения пресса возникает избыточное головное давление. Внимательно послушайте меня. Иди сюда, будешь мне помогать. Или ты, кто-нибудь. Идите сюда. Давай, идите сюда. Становись ко мне, иди сюда, будешь помогать. А то вы там все время колготню какую-то ведете. Становись тут, будешь рядом со мной. Охранять бубен. Меня будешь охранять и бубен. А то угадится куда-нибудь. Смотрите, вот здесь есть углубление. Такая точечка. Большим пальчиком туда, что из силы надавливая и круговыми движениями, потихонечку расслабляем и отпускаем. Это нормализация кровяного давления в голове. Потому что в момент пения, когда мы извлекаем звуки, пресс очень сильно напрягается. Давление может поступить и может голова дать. Поэтому если не подготовить вот эту часть, это может произойти. Это не страшно, но лучше, как говорится, перестраховаться. Прекрасно. Сделали? Почувствовали? Все поняли, о чем я говорю? Замечательно. Теперь разминаем наше лицо. Наши мимические вот эти вот все мышцы, потому что они у многих зажаты. Поглаживаем от носа вниз. То есть крем для лица и пошел намаз. Ну, собственно говоря, да, да. Женщины это все знают. Расслабляем, подтягиваем все на лице. Хорошенечко. Теперь хорошенечко размяли шею. Можно друг другу помочь. Это не возбраняется. Наоборот, поощряется, дружить надо. Хорошенечко размяли, подняли. Разминаем шею. Отлично, сделали? Сделали. Ты чего не делаешь? Ты вообще должен больше всех делать. Давай, делай со мной вместе. Теперь приступаем к разминке лица. Да, кстати, обещал вам показать, что такое зажимы челюсти. Большими пальцами, вот там, где крепится челюсть нижняя, надавливаем максимально сильно, что есть силы. А? Чувствуется? Что чувствуется? Боль. Боль. Вот хорошо, что это чувствуется. Так вот, вот эта боль, ее не должно быть здесь. Эта боль говорит о том, что здесь есть избыточное напряжение. То напряжение, которое не дает возможности открыть широко рот и сказать что-нибудь там громко. То, что не дает, я вот просто заметите, обращайте друг на друга внимание. Я буду говорить, открываем максимально широко рот и поем звук что? Понимаете, вот это вот у всех есть. Хорошо, теперь вот это нужно проминать каждый день дома. Вот те вещи, которые я даю, если их делать только на занятиях, эффект будет, но он будет очень длительный. Если делать ежедневно, будет вот такой максимальный результат, и уже через какое-то время будут появляться и обертона, и звуки будут интересны. Теперь идет разминка следующая. Нам необходимо размять губы, потому что губы это тоже такой интересный инструмент, при помощи которого мы извлекаем и изменяем звуки. Кто не разминает губы? Кто не разминает? Я сейчас приду разминать. Можно, конечно. Теперь смотрите, что делаем. Максимально широко в стороны раскрываем руки. И также максимально широко тянем улыбку. И друг другу дарим эту улыбку. Это для того, чтобы потянуть губы. Это называется упражнение зубоскал. Скалим зуб. Молодец. Вот смотрите. И руки для того, чтобы расправить свою грудную клеточку, раскрываем.
И вот такую вот улыбочку всем дарим. И запомните, такую улыбку надо дарить и в городе всем, а то ходят все в горы. Прекрасно. Теперь тянемся максимально высоко и максимально широко открываем рот. Можно даже на носочки стать. Можно, если чувствуете, что есть где-то что-то там подзажато, прям можно вот так сделать. Хорошо, прекрасно. Теперь тянем губы вперед и также тянем руки вперед. Отлично. Теперь можно садиться. Ну что, разогрелись? Кто не разогрел? Ну, 15 раз отжимания, все будет. Да, и 20 приседаний. Так, теперь, с чего начинаем мы пение? Обязательно начинаем с распевки. Распевка начинается с подготовки дыхания. Как мы готовим дыхание? Приводим его, во-первых, в норму, потому что чуть-чуть размялись, чуть-чуть ритм дыхания мог сбиться. Для этого делаем три очень-очень плавных, медленных вдоха, медленных вдохов. Через нос, маленькая пауза и такой же долгий выдох. Понятно? Вот давайте попробуем вместе это сделать. Начинаем. Задержка. Вот в идеале должен быть таким выдох. Итак, три раза каждый в своем ритме. Максимально длинный вдох. Пауза небольшая. Теперь еще какой момент очень важный. Дыхание есть у нас разных типов. Есть их три. Есть верхняя легочная, и грудное, это же дыхание при помощи диафрагмы. Что значит дыхание при помощи диафрагмы? Это когда наши легкие набирают максимальное количество кислорода. Да? Как это происходит? Диафрагма слегка опускается вниз. Высвобождается дополнительное количество для того, чтобы легкие могли шире раскрыться. И за счет этого наш объем легких получается в полтора раза больше. Ну, там, ну, предположим, если на вскидку сказать, если так мы дышим, например, 2 литра, а так получается 2,5-3 литра. Разница ощутима. Как ощутить, чем мы дышим? Диафрагмой или не диафрагмой? Все очень просто. Складываем три пальчика. Три пальчика и чуть выше пупка, но ниже ребер. Сюда вдавливаем, ну, насколько это получится. При вдохе в идеале пальцы должны выталкиваться. Ну,
Кто не попробует, тот не поймет. Или вы умеете уже? А я пойду. Попробуйте. Просто вот я дома попробую, это не проказывает. Тут надо пробовать. Есть ощущения? У кого не получается? Или кто чувствует, что нету этого? Вдох идет вначале вниз живота, потом здесь, потом и максимально мы раскрываемся. Есть? Ощутили? Все, теперь начинается у нас уже самое главное, это распевка. Звук распевки будет А. Как это происходит? Мы набираем кислород в легкие, дыхание при помощи диафрагмы, и выдох идет со звуком А. Помните? Широко открытый рот. На счет раз все вместе. Будет в момент пения, чтобы вас не тормозить, несколько систем знаков. Вот это значит громче, что же вы так тихо. Вот это достаточно, молодцы, затихаем. А вот это, почему рот не открыт, почему такой? Потому что вы сами просто не замечаете, как вы поете. Этот звук возможен, но он нам менее интересен, он непродуктивен. Сейчас нам нужно. Видите, стены подпевают. Вот так надо петь. Ну или лучше даже. Еще раз теперь уже с пониманием дела. Время мы просто позвучим звуком А. Сделаем так, чтобы звуки наслаивались. Сделаем, чтобы это было красиво. Еще какой очень важный момент. Да, пускай мы сейчас учимся, и каждый там поет, что у него получается. Важно слушать не только себя. Важно еще слушать окружающих людей. Тогда получается оркестр. Тогда получается какое-то созвучие, что ли. Не какофония, потому что какофонии легко добиться. Давайте попробуем добиться какофонии. Вот просто каждый вот заорет то, что ему нравится. Сможешь? Давай. Отлично! Можно было еще продолжить. А теперь давайте создадим оркестр. Для того, чтобы звуки были более интересными, пробуем не просто петь. Это в идеале так. Господи.
А вот эти вот мои движения, это показывает, что перемещаемся в звуке, ищем этот звук, делаем красивым его, создаем. Мы же творцы, понимаете, есть множество музыкальных инструментов. Вот в руки взял духовой музыкальный инструмент. А где наш инструмент? Вот он, ладони. Это наши, всегда мы можем отстучать их. И наша флейта, и наш голос, наше горло. Поэтому давайте искать красивые звуки. А родители помогают детям. Mm-hmm. Здесь можно помогать, чтобы они не скучали. Не скучаете? Окей. Okay. Поем вместе. Давайте. Вместе поем.
Вот мы с вами говорим, в основном используем обычный наш тон. Там есть, естественно, признаки, есть обертона. Но для того, чтобы услышать, что такое бертон, я сейчас, во-первых, его продемонстрирую, и вы сами услышите, где и как он рождается. А бертон – это повторный звук, который накладывается на основной тон, он гораздо выше по тональности. Он звучит, вот говорят, как будто флейта сверху звучит. Вот просто послушайте, и его, кстати, можно добиться даже, когда рот закрыт. Очень важный момент.
момент, о котором я почему-то не сказал, но сейчас вижу, что надо сказать. В момент пения необходимо соблюдать очень хорошую осанку. Вот так петь. Ну, не очень получится. Ну, может, что-то и получится. Но если хотите, я могу перед вами вот так сидеть. Вот так могу. Меня, кстати, очень любят отлежать. Ну, давайте. Да? Я так не делаю. Поэтому соблюдаем хорошую осаночку, потому что мы с вами, вот представьте, вот это все, это звукорождающая труба. Поэтому, если мы хотим добиться красивого звука, мы должны сидеть так же красиво. Ну, иначе можно. Да? Набираем воздух. И еще раз. Тихо очень. Давай громче поем.
Идея в чем? Нету плотности в звуке. Звук нужно чувствовать, его нужно прямо вот взять, попробовать, потрогать. Вот он звук. А если собраться? Как это собраться? Это значит находиться в состоянии тонуса. То есть тело подтянуто. Пресс слегка напряжен. То есть не значит, что прям напрячь его так, что непробиваемый. Но напряжение в прессе должно быть. То есть должен быть тонус. Вот она, к чему она идет, понятно? То есть это развивает дальнейшее. Что дает открытый голос? Вот для детей это очень важно. Я 2,5 года преподавал в театре. Приходили ко мне дети 3-4 лет. Ну, от 3-4 лет начинался. Ребенку говоришь, кричи, можно кричать. Все, то есть у ребенка уже закрыто. Хотите чакры называете, хотите там центр энергетический, горло закрыто. Я специально с такими детьми старался говорить. И выяснять, почему. Это дети, которым родители говорят, замолчи, заткнись, не до тебя сейчас. То есть у детей идет закрытие творчества. Они более закрыты, более забитые получаются. Выйти, встать, сказать, рассказать стихотворение они уже не смогут. Потому что не в смысле навсегда это закрыто. Это говорит о том, что нужно развивать этот центр. Развивать вот эту уверенность. Это человек, который в дальнейшем... Может быть, не откроет свое дело, не займется своим бизнесом, будет все время что подать, что принести, понимаете? То есть идея в том, что это не простые вещи, это очень важные вещи. Когда есть открытость, есть проработанность центра, есть открытость для течения энергии. Течет энергия, значит, функционируют и органы, значит, идет и творчество, и самовыражение, значит, хорошо происходит. Поэтому обращайте на это внимание. Вам... Понимаете, вот дети, они сейчас балуются, да, но дома, вот ребенок закричал, да? Вместе с ним попеть. Давай вместе попоем. То есть вот крик у ребенка, это желание открыться, выразить себя, привлечь внимание. А мы же все время бежим, да, куда-то? Бежим, что-то у нас там то кушать надо готовить, там то работа, то еще что-то. Поэтому берем не просто орем, поем, и сразу и соседям будет нормально, то есть они поймут это. Не будут там стучать в стенку, там по батареям. Это кто в квартирах живет. Понимаете, в чем идея? То есть мы выражаем этот вектор энергии, ну, в творчество направляем, а не так, что да ты уже сколько можно орать там, хватит орать. Не надо закрывать детей. Еще раз, звук У, и идем к следующему звуку, звук будет у нас другой. А, я же вас не дослушал, не дослушал. Нет, дослушал. Еще раз все вместе, но красиво, слушая друг друга. Я тебя ни разу не слышал, давай вместе споем. Давай споем. Давай красиво. Давайте, еще раз, все вместе. Напряжение вот здесь и вот здесь. Как он будет выглядеть? Вначале мы с вами просто попробуем. Я не разговариваю. Вот как идет. Тихо, тихо, тихо. Иди сюда, будешь мне помогать, если что. Садись. Смотрите, как он будет выглядеть. Ты ко мне хочешь помогать? Звук получается И. Но он не просто И. 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 Понятно,
да? То есть в этом случае, помните? Подтягивание. Вот оно. Опираемся вот сюда. Если сюда не опираться, звука не будет. Звук будет и. А если и. Вот я оперся вот сюда. Да, Наташа? Да. И. Вот здесь очень сильная вибрация. Это значит о том, что звук хорошо получается. И. Звук «и» – это, наверное, ключевой звук тому, чтобы раскрыть обертон. Второй расщепляющийся звук. Потому что, когда мы начинаем петь звук «и», начинаю звук «и» петь, но потом, меняя конструкцию губ, повышая положение языка, понижая, создавая здесь давление, меняя здесь напряжение, я могу вызывать различные обертона и различным образом варьировать ими, подобно игре на флейте, то есть игра на своем собственном теле. Пробуем еще раз со звуком «и». И.
усиливают связки. Смотрите, если будете дома делать распевки, я очень надеюсь, что вас это, то, что, чем мы занимаемся сегодня, вдохновит, и вы начнете превращать это в такое некое хобби. Потому что я, например, пою уже более 5 лет. И пою всегда, везде, где есть возможность, нет возможности, все равно пою. Ну, мне просто это очень нравится. Особенно люблю, когда идем куда-то далеко ехать. В ванной пойте, пойте, не знаю, во время готовки. Для того, чтобы вот женский клуб, да, посвящен восстановлению женственности, правильно? То есть это то, чем вы занимаетесь. Еще очень хорошее такое дело для того, чтобы нормализовать или же усилить женскую энергию, очень хорошо петь у водоема женщина. Для мужчин я всегда советую петь где-то на твердой поверхности, то есть скала, гора, холм, неважно, что там возвышенное, твердое. Это очень хорошо помогает течению и развитию энергии, как сказать, приведению в состояние баланса, в состояние гармонии. Для женщины тонким голоском, неважно, там кран, посуду моете, и что-нибудь там напеваем. Это вот просто почувствуйте, попробуйте. Многие женщины, которым я советовал, они давали мне обратную связь, говоря о том, что когда особенно это осознанно делаешь, не просто там самопроизвольно, да, я все время это делаю. Попробуйте это сделать осознанно, именно прочувствовать, где, куда, как течет энергия. И потом мне расскажите, если будет не жалко. Хорошо? Так, теперь. Упражнение будет такое. Выглядит оно следующим образом. Вначале на закрытом, на закрытых губах идет звук ме. Миу. То есть мы произносим, по сути, миу, но не произносим, пропеваем. То есть, если смотреть на синусоиду, да, и у нас высоко, у идет вниз. Понятно, да? А М? И, соответственно, губы также меняются. Сами. Давайте еще попробуем, знаете что, не просто насколько это возможно, насколько это возможно, вот как получится, выдыхаем. Но есть маленькое но. Раз уж мы поем, а пение это искусство, не просто миу, миу. То есть мы заканчиваем тоже красиво. Энергия, понимаете? Горловое пение, оно для чего было придумано? Или как оно вообще, как люди пришли к горловому пению? Это способ регуляции, это способ концентрации, накопления в себе энергии. То есть первое, вот почему поют кто? Тувинцы, да? Шаманы поют. Поют кто? Куда ездили мы недавно? Эли, Стас. Элиста, да. В Элисту, там кто? Монахи поют, тибетцы поют, буддисты поют. Это способ молитвы. То есть это звучит, не просто это звучит все тело. При помощи звука, я просто занимаюсь звукотерапией,
При помощи звука можно прозвучать все свое тело. Каждый орган можно промассировать даже, простимулировать при помощи звука. Был очень интересный такой момент. Мой друг, он очень долгое время жил в Сицилии и там писал, в общем, научную работу на тему звукорезонанса. Но у него немного другая специфика. Получилось так, что мы с ним ехали на фестиваль и так заговорились, чем он занимается. В общем, они занимаются тем, что при помощи звука проверяют высокоточные детали на микротрещины. Это о чем говорит? О том, что раз наука, раз инженерия занимается прозвучиванием, да, за счет звука они подают сигнал и выясняют, насколько целая там балка какая-то, а балка, например, в строительстве находится там, в каком-нибудь ответственном месте. Там какая-нибудь деталь крупного агрегата. За счет звука можно узнать, за счет звука можно прозвучать, пропеть свое тело, нормализовать его. Можно головную боль снимать. Кстати, звук И очень хорошо способствует улучшению, если вот голова болит, улучшению состояния головы. Не всегда нужно там кидаться за таблетками, понимаете? То есть это целебная практика, это целебный метод саморегуляции, самодисциплинирования даже. А с вирусами? С вирусами, естественно, помогает. Но вот я вам признаюсь честно, у меня сейчас сезон аллергии. Я помню, вы предупреждали. Сезон аллергии, у меня аллергия. Вот когда мне совсем дурно становится, и насморк отступает. Сейчас еще неделька-две. Но в целом я надеюсь, что я смогу победить этот дух-то свой. Но сейчас многие, я знаю, страдают аллергией. Пение нужно. Особенно вот даже когда вирусы, когда простуда зимой, идет стимуляция крови, приток крови к связкам, горлышко наше становится более крепким. Вообще я вам открою еще вот такой интересный момент. Я же много стараюсь изучать, читать, смотреть, общаться с различными мастерами. Раньше наши предки все пели, все танцевали, все играли на каких-то инструментах. Сейчас позор вообще. Люди приходят на концерт, ну давай нас развлекаем. То есть практически ничего не умеем делать, ни танцевать, ни петь, ни забыли орнаменты, забыли вообще что да как. Почему раньше меньше болели? Понятно, там была, говорят, антисанитария, все такое. Но ведь жили же люди, выживали. Вот мы с вами благодаря нашим предкам живем сейчас. Потому что выжили в суровые времена, и голод был, и холод, войну вспомнить, да? Как говорится, не за горами это все. Пели всегда. На фронт с песней, с фронта с песней, в поле с песней, с поля тоже с песней. Всегда пели. Соответственно, иммунная система была крепче, была сильнее. За счет пения. Ну, просто интересно, я буду рассказывать на занятиях каждый раз какие-то интересные истории. Но пение, оно укрепляет организм, оно стимулирует сердечно-сосудистую систему, оно нормализует давление. Неважно какое там, горловое, не горловое, просто там калинку-малинку пить. Понимаете, это все процесс развития себя. Итак, давайте еще раз. С МИО и стараемся максимально долго выдыхать. И ищем звуком. Губами меняем положение губ. И рассказываем какую-то историю, какой-то поток энергии задаем. Давай, поехали. Я вас слушаю. Интереснее шоу. И с ним просто стаканчиком.
Мисс. Может, когда отдохнут, на барабанчик. Я сыграю. Обязательно. Это бубен называется, это не барабан. Как? Это бубен называется, это не барабан. Обязательно двигаемся в момент пения для того, чтобы чувствовать, где, как рождается звук. Для того, чтобы помогать звуку ходить. Мы же с вами, помните, мы с вами струна, мы с вами флейта. То есть вначале это будет нечто такое, не пойми что, потом раз уже какая-то форма появляется. Потом этим можно обмениваться, то есть оп, получилось. То есть, понимаете, взаимодействие. Опять же, взаимодействие, чем более человек открытый, идет человек такой, да? Или же человек идет такой, весь на позитиве, и к нему там бабочки летят, там, не знаю, цветочки.
цветы девушке дали. Красиво. Она просто горловым пением занимается, она просто раскрывает свою энергетику, развивает свои какие-то данные, возможности. Чувствуется, да? То есть... Так, хорошо. Сколько там времени? А против вас часы? Да, у меня часы. А, и там тоже часы. Теперь. Чаши, да, говорите? Да. Тогда мы с вами, знаете, что сделаем? Хочется, чтобы у вас, когда вы входили, было ощущение, что вы несете с собой что-то. Мы с вами сделаем импровизацию совместно. Просто уже не просто вот упражнения поделаем, а каждый, что сегодня получил, какой-то опыт, мы сейчас его попробуем применить и повзаимодействовать, то есть создать красивую мелодию. Я вам настучу на бубне. Бубен тоже очень хорошо влияет и на энергетику, и пробуждает. И в конце мы успокоимся при помощи чаш. Так договорились? Да. Да. Хорошо. Сейчас мы затянем. Как он правильно называется? Бубен называется? Или... Бубен. У древних славян он назывался кут. Кут. Отсюда пошло слово кудесить, кудесничать. Это само собой. Да, не надо прятаться, пускай хотя бы один останется. Один? Хотя бы один останется. Значит, мы прячемся. Ну, я же не знаю, кто поет, не поет. Кто-то сядет и мы. А может, ты хорошо. Давайте найти. Нет. Так, смотрите, значит, что? Начинаете вы. Вы. Все вы. Попробуйте начать одновременно. Это можно достичь, когда мы максимально смотрим друг другу в глаза и есть отклик. Есть ощущение.
Вообще что пели. Вот есть ощущение, да, между вначале какая какофония. И сейчас уже это какое-то собрано. С ощущением. С ощущением себя и окружающего. То есть есть уже плотность. Вот я, например, чувствую, что есть здесь. Сами просто почувствуйте. Вот. Попробуйте. Нет, почувствуйте. Почувствуйте, попробуйте. Ну, насколько это возможно? Здесь напетое пространство. Кто чувствует энергию, кто работает с энергетикой, тот сразу может сказать. Вот у меня, например, есть ощущение покалывания в пальчиках. Да, есть вот это. Можно взять себе сколько нужно. То есть эта энергия, она всегда была, есть и будет. То есть нельзя забрать энергию кого-то, отдать кому-то. Это все так. Энергия всегда была, есть и будет. Можно просто позволять себе получать эту энергию или не позволять. Но это все, опять же, от степени раскрытости себя зависит. Хорошо. Я очень люблю еще, когда на моих на занятиях, на концертах люди движутся. Когда нет просто такого стуканивания, какого-то закрытого состояния. Когда люди раскрываются, когда особенно женщины. Так красиво, когда вы танцуете, это просто вообще сказка. Двигаться надо, обязательно надо двигаться. Когда мы запускаем волну, мы раскрепощаемся, мы раскрываемся. Ну что ж, теперь, наверное, тогда в завершении. У меня есть еще разные музыкальные инструменты, типа органчики есть, колокольчики. Ну, такая штучка интересная, какая-то железочка. Это что такое? Железочка. Там уже кто у вас, ну, как? Да. Да. А я постоянно, знаете, у меня уже есть собрание названия этого инструмента. Это и открывашка для газировки, зажим для денег, что-то там. Это варган, это музыкальный инструмент. Варган называется. Очень древний инструмент, распространенный практически по всей планете Земля. Послушайте, раз есть такой же. Варган, зубана, гримба, данго, гусан, микури, марчанки, мерхомус, мальтрумели, тывко. Это все название вот этого музыкального инструмента. А хороший звук какой-то. Чтобы сразу обо всем рассказать, но мы решили уделить внимание по большей степени горловому пению и затронуть эту тему. Вообще есть возможность, если будет желание, можете, наверное, будет же, да, за запись какая-то людей. На что именно? Ну, чтобы там оповещать. Конечно, ну, в чатах везде. Да. В основном же все, кто сегодня пришел из чатов, узнали, да, или ну, вот, просто идея в чем? Можно проводить занятия по игре на варгане, потому что можно просто научиться.
по такому бряцанию, да? То есть это легко, это буквально 3 минуты. А можно научиться вот всяким вот таким штукам. И так далее. Можно взять, например, лошадку и игре на органе, можно обучаться игре на окарине. Штуки называются они свистульки. Но свистульки у меня не простые, они тоже настроены в ноты. То есть здесь получается призвучный аккорд 4 ноты. 2 дырочки, 2 отверстия, 4 ноты. Первая, вторая, третья, четвертая. И что можно на них играть? Казалось бы, что можно на свистульке сыграть? Да кучу всяких штук. Ну, то есть основные тут такие свистопляски. На Руси раньше был такой праздник, назывался свистопляска. Зимой лепили свистульки, а по весне выходили, и для того, чтобы наладить взаимоотношения с природой, попросить там хорошего урожая, чтобы год был без всяких там горестей, тягостей, без голода. Играли на свистульках, устраивали прям такие хороводы, гуляния, и вот что получалось. Самое главное что? Понимаете, вот она и свистоплясочка пошла, вот оно уже и движение. У детей развивают ритм. Ритм это умение и петь, и танцевать, и играть на музыкальных инструментах. Неважно, флейта, там, барабан. Это сердечный ритм. Потому что от обычного ощущения ритма зависит еще и сердцебиение. Это дыхание. Вот чтобы объем легких был полностью раскрытым, тоже необходимо развивать его с детства. Почему в детстве раньше детям делали такие игрушки? Для того, чтобы они чувствовали. Это развитие слуха. Потому что приходят ко мне на занятия и говорят, у меня нету слуха, у меня нету голоса. Я говорю, чего нету? Говорят, голоса нету. Я говорю, чего нету? Голоса нету. Я говорю, а кто со мной тогда говорит здесь? Так, подшучиваю. Понимаете, да, то есть парадокс. Человек меня слышит, говорит, у меня слуха нету. Если вы пришли ко мне с слуховым аппаратом, я еще могу понять, то есть я человек, как говорится, низер. Но если вы пришли абсолютно нормально и заявляете мне, у меня слуха и голоса нет. Нет, вы просто поставили себе программу вирусную. Закачали себе ее в интернете, поставили себе вот в этот, да, процессор свой, запустили ее, и она там гуляет, у меня нет слуха, у меня нет голоса, хорошая отмазка. Слон на ухо наступил, там, не знаю, медведь на ухо наступил. Да если это все хорошие программы, которые легко снимаются.
И люди уже спустя там одно, два, три, четыре там занятия, в зависимости от того, насколько хорошая программа стоит, качественно, это все снимается и раскрывается. А развитие музыкальности, развитие, во-первых, слуха, развитие ритмичности и развитие еще взаимодействия, потому что когда люди... У меня, знаете, на фестивале, я помню, был один товарищ, это года три назад, он 15 минут меня убеждал о том, что он не знает нот, он не учился в музыкальной школе. Я сам не учился в музыкальной школе. Я пришел к музыке, к этому процессу музыкальному через желание. Просто желание появилось, и я получил в процессе музыкальное образование и много чего уже, как говорится, знаю. Это еще умение слушать природу. Кукушки. Они все, кстати, разные, все сделаны в одном экземпляре. В лес пришли и купили себе. Вот, ну и как обещал, наверное, да, о чашах. Кстати, вот это можно посмотреть, это можно с собой унести. Вот свистулька, например, стоит 350 рублей. Можно купить. Вот, что еще не сказал. Есть еще длинная такая труба, называется диджериду. Хотел с собой взять, но что-то у меня слишком много вещей было, сегодня не взял. Это инструмент австралийских аборигенов, очень-очень древний. Там развитие дыхания, там развитие ритмики, циркулярное дыхание, это вообще отдельная тема, очень-очень интересная. Вот. И можно посещать различные творческие мастер-классы. Можно приходить, учиться, делать из глины что-то. Можно обучаться, можно прийти и сделать лампадку, знаете, вот как бы раньше масло заливали, фитилечек там горит дома. Можно для ритуальных целей, то есть потом своих там новые тонки стоят, можно. То есть есть много-много мастер-классов. Это все будет в клубе обозначено и будете выбирать, будете ходить. Сейчас небольшая медитация по чаше и будем прощаться. Можно закрыть глаза, можно послушать себя, послушать, как стучит сердце, дыхание происходит, как журчит кровь.
Шире дальше раскрывать. Благодарю вас, что вы пришли. Сегодня у нас был открытый урок. Надеюсь, что вы будете приходить дальше. Напишитесь. Будем регулярно встречаться. Кого вы обучаете брак на Карине? Но у меня есть несколько базовых занятий, которые дают возможность что-то ощутить, понять. Дальше. И есть уже дальше курсы, которые дают возможность. Я сам занимаюсь изготовлением. Это вот это или Карина? Что? Вот это как называется? Покарина. Покарина? Да, это очень древний инструмент. И, а с чем он? Это керамика. Благодарю. Я буду потихонечку сворачивать инструмент. Это можно посмотреть, что-то себе выбрать.